Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать всю коллекцию стикботов. Да, Люба очень хочет показать всю коллекцию стикботов и записать видео. Давайте начнем. Раз тут такой стикбот завалялся. Это мой оранжевый стикбот, самый первый, самый потрепанный. Даже присоска оторвалась, они все подвижные, все так двигаются. Ну, в общем, это был первый. Второй стикбот такого окраса, я ему дал в руки меч. Типа он пошел хая-хая-хая-хая-хая, набил этого. Ну, такой держак у него в руках. Ну, и в общем, такой же подвижный полностью стикбот. Все у него двигается. Также черненький стикбот. Их у меня две штуки, но покажу их по раздельности. Вот такой стикботик. Мне кажется, очень даже классные эти стикботы. Ну, у меня, правда, всего лишь один оригинальный, попозже его покажу. Вот такой голубенький, не оригинальный. Хоя, ха, присоской. Такая собачка салатовая, очень классная. У меня еще где-то был динозавр стикбот, что мне очень охота его найти и вам показать. Такая собачка, такой, сейчас помню как. Лойд стикбот в золотой окраске. Хая, 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 хая. Еще один черный, как я вам и говорил. Такой черненький, все, подвижный, тоже подвижный. Вот это тот самый оригинальный стикбот. Как ни странно, у него у самого первого лицо стерлось почему-то. Ну, так вот. Он таком салатовом, какой салатовый, такого морского цвета. Ну, вам это кажется как голубое, для меня это как, в реальном мире это как морского цвета. Ну, короче, и он сам черный. И вот такой лев. Очень классный, мне кажется. Ну вот. И... чтобы вам еще показать, вот я делаю новую самоделку, такую вот новенькую. Ну, не знаю, что еще такого показать. Мне даже, если честно, да и нечего показывать. Вот нечего показывать. У меня немножко обновилась коллекция, но ради этого я записывать видос не буду. Я, наверное, сейчас скидаю все свои Лего Сити фигурки. Лучше их вам покажу, что у меня по поводу них. Так что не переключайтесь. Сейчас поставлю по-быстренькому на паузу и мы продолжим. Короче, не, ребят, мне что-то надоело искать. Если честно, я даже не знаю, что бы вам такого показать. Вот один маленький наборчик у меня уже открытый, завалялся. Давайте я вам сейчас по-быстренькому покажу. Так, ну это Лего Амон Ас. Так, он у меня уже был собранный, поэтому я его разобрал сейчас по-быстренькому. Хочу вам показать его. Такая фигурка Амон Аса. Не знаю, почему он в таком формате, но мне он, если честно, нравится. У него тут почему-то поросячий хвост. И мне с ним в комплекте шла такая шапочка. У него, наверное, сегодня день рождения. Ну, или не сегодня, а вообще день рождения. Такая фигурка присоединяется к Лего. Ну что, болтать. Давайте собирать. Те, кому не нравится все это... съемка ускорена. Те можете переключиться на другое, ну, переключиться, ну, не на другое видео, а просто немножко подальше, где сборка закончится. Блин, что он падает, придется... Блин, ребята, погодите. Принялся, подложил книжку, чтобы он нафиг не падал мне. Перейдем к сборке. Я потом это переведу в скорую съемку.
нам понадобится. Блин, что такое? Никак не могу установить. Да что ж ты будешь делать-то? Как вам хочется. Ну, этого ничего сложного нет. Просто нажать на... Если у вас красная кнопочка, то вам стоит просто одним кликом на нее нажать, и вы сможете, собственно, и вы будете на меня подписаны. Если же кнопочка серая, то и подписываться вам не надо. Так что один клик и все дела. Также можете поставить лайк, если видео вам понравилось. Ну, если не понравилось, то все равно поставь. Так что всем приятно отдохнуть. Сегодня очень хорошая погода. Гуляйте почаще. Всем пока-пока. До новых встреч.